Привести гостевые маршруты к единому стилю, убрать излишнюю и незаконную рекламу, упорядочить размещение вывесок, сделать косметический ремонт фасадов на объектах потребительского рынка. Глава города Елена Лапушкина поручила главам районов активизировать работу с владельцами крупных торговых центров. Единый стиль наружной рекламы определен дизайн-кодом и утвержден главным архитектором города. Главы районов рассказали о том, какая работа уже проведена в данном направлении на веренных им территориях. 68 объектов торговые центры, которые рекомендовано оформить свои объекты согласно дизайн-коду. 25 из них находятся в гостевых маршрутах. На следующей неделе, в соответствии с нашими рекомендациями, коллеги должны нам представить свои варианты и свои предложения, согласованные по оформлению фасадов. По словам главы города, незаконной и несогласованной рекламы на фасадах торговых центров быть не должно. Всего в этом и прошлом году в городе демонтировали более 50 рекламных конструкций на фасадах торговых центров. В планах на этот год еще порядка 40. Оформление туристических маршрутов в городе ведется и по другим направлениям. По информации администрации, в этом году в Ленинском районе запланированы работы по благоустройству 5 проходных дворовых территорий, комплексный ремонт 2 внутридворовых проездов, а также приведение в порядок ограждений автостоянок. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.